12-е, господи, как мы далеко ушли-то уже. Стирание памяти можно использовать, если кто-то поймал тебя. Он все забудет. Итак, мы не просто начинаем, мы начинаем. Люциус, за тебя, дорогой. Да, хоть ты и паршивый мальчишка, конечно. Ну, что ж, стирание памяти. Давай, будем контролировать людей. Мы же сейчас маразм можем контролировать. Кстати, как называется, надо посмотреть, как называется 12 глава у нас. Посмотрим, кто ты там. Учебный выстрел. А, пистолет. Так, у меня патроны есть. Так, мне что-то надо сделать. Как? Так. Ага. Куда мне идти? Ой. Так, мне надо насквозь куда-то пройти. Ты меня напугал. Чё я тебя напугал? А, подожди. Кого? Я должен через этот пройти. Ты мать. Всё, мне этот ключик покоя не дает. О, смотрите, я его взял. Ну, наконец-то. Так, о, какой-то предмет. Подожди. Ну-ка. Так. Мой личный учитель Джеймс, он хочет, чтобы я снова занимался математикой. Ненавижу математику. Я, пожалуй, попрошу выходной у своего отца. Рядом с бумагами лежит ключ, похожий на ключ от ящика. Подожди, а у меня там... это что такое? Что за бумага? Так, да блин. Вот он. Что здесь? Да стой. Так. А, там смотрите, что-то написано. А что написано? Так, это что-то с чем-то комбинировать, что ли? Так, а, надо было просто посмотреть. 06-06-19-66. Это единственный, наверное... Так, все, можно закрыть. Это, наверное, единственный код здесь. Это сейф у нас есть. Так. Нам надо на ту сторону. Блин, хорошо, что я начинаю хоть немножечко ориентироваться в этом доме. Смотрим. Так, 1-1. Что-то учебный класс вроде у нас был. Так, а где ты? Где-то здесь. Нет. Значит, вот этот. Блин, да где ты? А. Насквозь пробежать. Вот так-то проще насквозь. Так, а я тут все забрал. Да. А, тут фотоаппарат был, точно. Вообще на столе ничего больше нету. Ну, чашку-то я понимаю. Стой, назад. Давай, вот моя жертва. Ну, что ты мне скажешь, расскажешь, покажешь? Так, мне с тобой поговорить. Been, где ты был, Люциус? Я ждал тебя. Давай начнем наше занятие. Okay, так, вот три, выбери ту, на которую указан правильный ответ. Answer. Четыре плюс четыре, восемь. Правильный ответ. Правильный ответ на чё? How much is one сколько будет 1 плюс 1 плюс 1? О. Very good, очень хорошо, Люциус. Так, что тебе еще надо? 1 plus 2 minus 2. Так. На, ты что, меня за идиота держишь, что ли? Very good, Lucius. Так, а мне что-то дадут, это нет? How much is 6 minus 4 ну там один остался, пошел ты в жопу. 7
Minus 4. Одна осталась. 5. Minus 8. На. Good. Now our next subject is biology. Наш следующий предмет – биология. Ты взял с собой книгу по биологии. Пошел ты в жопу. Ну вот тебе, давай, вот книга по биологии. На, сойдет. This is not a biology book. Let me see if I can find one for you. Так, может, я найду для тебя одну. Так, я как понял, он пока там что-то делает, мне надо что-то сделать. Так. Джеймс, так. Ладно, ты пока ищи. А как ты должен себя убить? Так, так, так. Так, давай я тебя пристрелю. Подожди, нет, я не должен пристрелить, он должен быть несчастным случаем. Нет. Не сюда. Где, батя, где твой сейф? Ё-моё, где-то, ну, здесь же, на этаже же. Так. Вот он. Так, какой там номер-то у тебя? 661966. Давай, батя, вали. Так, это вообще батя, нет? Вау, а здесь что? Так. Что тут может быть? Почему меня так колбасит? What is it you do all day? Так, чем ты занимаешься день? Найди себе какое-нибудь занятие. Где крест этот, который меня так... Кто меня так колбасит-то? Подойди, пожалуйста, приставай к маме, мне нужно кое с чем разобраться. С чем? Я оставил важные документы у себя на тумбочке, можешь принести их мне? А, подожди, у меня... Важные документы, подожди, заткнись. На, вот это, наверное. А, все, правильно. Так, 661966. Так. Have you any particular tasks? А как набирать-то? Я, блин, вроде как-то крутил, как... А, во. I forgot about that. Could you give me a minute? I just need to find something first. No problem. Подождите. 6-6. Стоять назад. 19, блин, 66. Давай. Так. Так. Ну-ка, давай. What is it you do all day? Find something to occupy yourself. Так. Батя, по-моему, не заметил. Или заметил? Так. Где ты? На. Все, зарядил. Что дальше-то? Да стой ты. Я нашел сейф и пистолет, но он не заряжен. Когда мой учитель не может что-то найти, он очень расстраивается. Это ослабляет его разум. Разум ослабляет. А, опять заставляем, короче, это, значит, тело... Застрелиться. Так, отойдите. Отойди. Что вообще шофер здесь забыл? Твою ж мать-то. Блин, блинский. Так. Ослабляет его разум.
как бы мне это... Мне, значит, надо заставить его... А куда мне пол... Так я не могу в него стрелять. Ага. Минутку. Так, мне надо как... Где разум-то? Подчинение разума-то. Вот это... А, тот пироман, правильно. Подождите. Да. И как мне с тобой быть? А ты ушел! Ослабил разум тебе. Ну прям подсказка, это на видном месте. Как это пройти? Так. Давай. Молодец. Красавчик. Ну. Давай, давай, давай. Все? Вот и все, и нет убила. Батя, ты мне дашь силу какую-нибудь? Силу. Things just kept deteriorating. The boy's tutor killed himself. Everything should have been clear by now, but something was obscuring the truth. С каждым днем все становится только хуже. Учитель мальчика покончил жизнь самоубийством. Все уже должно было проясниться, но что-то закрывало от нас правду. Пистолет, которым он застрелился, принадлежал Чарльзу Вангеру. Однако в момент выстрела Вангер был в другой комнате и разговаривал со своим шофером. Пистолет хранился в сейфе в кабинете Вангера и даже не был заряжен. Я не мог понять, как учитель вообще мог взять пистолет. Я задумался. Он мог как-то шантажировать водителя и организовать это все, но это были лишь домыслы. Особняк был в полном хаосе. Мисс Вангер очень страдала и была на грани срыва. Некоторые опрошенные говорили, что слышали, как она разговаривает сама с собой. И без причины смеется, но разве можно было ее за это винить? Особенно после того, что с ней произошло, никто бы с таким не справился. Нам удалось узнать, что у маленького кинозала дяди Тома было еще одно предназначение. Здесь могла быть зацепка, но я просто не мог понять, что именно произошло. Господи, Вагнер был абсолютно убежден, что его семья страдала от какого-то проклятия, но тогда это казалось бессмыслицей. Я знаю, что у дяди Тома было. Дырка в стене. Он подсматривал за купающимся. И снимал, наверное. Любопытный Том. А, ну вот это, наверное, про дырку в стене. Давай. Так, а как? Значит, кого-то в ванне надо убить. Я так понимаю. Так, а мне куда надо? Блин, мне опять туда. Так, куда-то там вниз. Так, я здесь. Ага. Куда-то сюда. А, вот. Вот жертва-то кто. А ты кто у нас? Ну-ка, подожди, 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 не уходи. Привет, дорогая. Так, Сьюзан. Она занимается бельем. Ага, знаю, я где-то находится. Привет, Люциус. Че, все, да? Ага, а где я? А вот он я. Так, она занимается бельем. Вот здесь вот она обитает. Ее рабочее место. Стой. Что здесь? Машинка. Так. Где у нас? Ну, у нас оно не повторяется, не забывайте. Блин, подожди, что-то хрень какая-то происходит. Иди сюда. Вот так. Ага, так, это не оно. Подождите. Так.
Так. Нет. Так. Нет. Нет. Что за хрень? Утюг. Штука вентиляции. Вот эта вентиляция, это по идее кого-то травануть это должен. Кто-то кого? Ладно. А. Давай. Ой, под. Ну-ка. Куда ты ушел? Эй! Эй, ты слышишь? Кажется, на стиральной машине опять что-то не в порядке. Что-то я понять не могу. Ой. Я что-то наделал? Блин, наверное, так и надо было. Я вообще-то хотел его себе забрать. Так, что это? Она занимается бельем. Так, можешь принести монтировку из кладовой? Так. Монтировку из кладовой? Так. Oh, hi, Lucius. If you have some spare time, you can search for my dad's cassette. Кладовая. I would, but I have to wait until так, о, привет, Люциус. Если у тебя есть свободное время, можешь принести... Если у тебя есть свободное время, можешь поискать кассету моей группы? Я бы сам... Не нужно дождаться твоего отца. Так. Подожди, подожди, сейчас, сейчас. Have you seen that cassette around yet? Да подожди ты. Oh, you found it. А, awesome. Большое так. Thanks a lot, Lucius. Что I'm нашел? Sure like it too. Так. Люциус уверен, что тебе тоже понравится, так. А так Сьюзан относится. Мне удалось сломать стиральную машину. Сьюзан больше не может стирать. Она говорит, что собирается принять душ. Ну, а я тут при чем? Мне монтажку уже какую-то надо найти. А, монтажку надо найти. Где-то... А где я найду ее монтажку? Вроде ничего такого не вижу. Вот здесь что-то надо вставить будет. А стой, 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 стой. Во! Какую-то штуку взял. Крестовина. Это, наверное, вот то, что надо. А при чем здесь монтировка для шин-то только? Ну давай. Так. Так. А куда мне надо-то? Hello, son. Подожди. Thanks, man. Так. И что такое-то у меня? Показатель поведения. Работа по дому. Убраться в комнате, почистить зубы. Принести коробку с мясом, найти инструмент для механика. А это что такое? Почему? Hello. Блин, ладно. А, пойду я поподглядывать. Так, а где он жил-то? Он, по-моему, в том крыле жил. Ну-ка. Блин. Если бы я еще помнил, где он жил. Ой. Подождите, подождите. Ой, а я куда-то пришел. Ну
Ну-ка давай. Сейчас будем наверху искать. Где ты там, падла, живёл? Так. Не здесь. Вот. Только подожди. Фен. Смотрите. А он подключен. Так, ну-ка давайте посмотрим, что тут. Крест в ванной комнате уменьшил мою силу. Я перевернул его. Сьюзен идет принимать душ в той же самой ванной комнате. Я по ходу дела знаю, по ходу дела. Так. А где Сьюзен-то? По ходу дела, пока я не буду подглядывать, она там не появится. Ну-ка. Ну, я подглядываю. А где Сьюзен-то? А, вот она. Я говорю, пока подглядывать не начну, она не появится. Ну что, самое интересное, что особенно для подростка-то. Очень даже. Подожди, подожди, подожди. Почему меня выкинуло-то? Вот она. Смотрите, смотрите. Так, руки на стол. Так, ты моя жертва. Я так и понимаю, я так и понял. Только я думал, вообще-то я прям напрямую тебя кинул. Но раз меня не должны видеть. Так, какая-то. Это что за штука? Так, эту я не могу. А вот эту могу. Ты где? Да блин. Блин, блинский. На! Хрен протащишь! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, смотрите, кто заиграли, реалистичная такая. Силу, батя, давай. О, поджигание. Подожди, а я же вроде пиромант, и так. This case has aged me considerably, Mr. Wagner. Это дело добавило мне немало седых волос, господин Вангер. Ваша встреча радует меня не больше, чем Another вас. Accident, еще right? один несчастный случай, верно? Figures. I know it's starting to sound like a broken record, but the door was locked from the inside, so that's what it honestly looks like. Но ведь была закрыта изнутри, поэтому сказать честно, just do what you have to do. Просто делайте то, что должны. Я искренне верю, что мы были прокляты, и что ничто не сможет нам помочь. И я тоже этого не исключал. Я просил священника прийти и утешить вас. То есть вы сказали им прийти сюда? Отец отреагировал на это очень отрицательно. Нам нужно найти вашего отца, господин Вангер. Я уверен, что он может сообщить нам больше информации. Я не знаю, как долго мы еще удастся не допускать к этому делу федералов. Они спрашивают меня про павшем корреспонденте. Он искал улики и шарился вокруг вашего дома. Ну, короче, как-то так. О, передозировка выхлопными газами. Ага, значит, уже все, в машине туда идем, да? В гараже дело будет. Так. Ну. Подождите, мне... А где способность? Где батя? Где тренировка? Подождите, отсюда. Я нашел скрытую дырочку для подглядывания. Так. Так, это я знаю. Так, он включил музыку. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы Уилл ушел из гаража. А он уже ушел из гаража. Я же это уже сделал. Так. Как я вовремя все сделал? Блин, вот так вот лазишь, да? Хорошо, что сразу полазил, все собрал. Так.
А, подождите. Так, надо водителя, так. Эх, после всего, что с нами произошло, разве так? А или подожди. Так. You can't be serious. I mean, listen to this. Что тут еще может быть? Так. Что-то сомневаюсь, что я здесь могу что-то... Хотя, может быть... Так, и телекинезом тоже ни хрена. Самое главное тут пожар не устроить. Лебедки может задушить его. О, смотрите, что позади, что-то взять, что-то или кого? А, это ты. А, о, смотрите, что-то взять могу. Так, мне надо, чтобы все свалили куда-то. Ладно. Один раз я тебя уже отсюда вытащил. Так. Hey, can you так. Hear that? I think there's something wrong. Опять иди чини. Hello. А тебя мы. Так, что это? Теперь он в гараже один, теперь должен быть возможность подобраться к нему. You know, time passes a lot faster так. With music. Так, пока идет музыка, не мешай мне, да? Так. Ну-ка, давайте посмотрим так, что у меня. Блин. Нет. Так. И наброситься на него сзади. Ага, а, вот, подождите, нет. Надо положить. А я думал, на... так, ага. Положить, ага, значит, надо заставить его теперь. Так. Давай. Так, это что у меня за запись появилась? Мне удалось смочить тряпку раствора, сцепить майку так, чтобы Уилл ничего не заметил. Нужно включить воображение и что-то придумать. Теперь он в гараже, так это... Что придумать? Пыхай, пыхай. Давай, токсикоманишка. Так, сделать я ничего не могу. Нет, он должен сам как-то это... На него может что-то уронить надо. Ну-ка, телекинезом, что я могу что-нибудь сделать? Ни хрена. Так. Hey there, little dude. Привет, hello, дружок. Son. Здравствуй, сын. Hello. Привет. Ой, подожди. О, ни хрена себе. Это что я что-то делаю? Сейчас машина развалится. Так, машина работает. Так, выходит выхлопные газы, вентиляцию. Что, мне надо вентиляцию отключить? Похоже, я смогу завести машину с помощью силы и мысли так, что Уилл не услышит этого из-за громкой музыки. Выхлопные газы не задерживаются в помещении. Нужно что-то с этим сделать. Hey there, little dude. Это вот это. Так. Выключи. Выключи вентиляцию.
Все? Hello, son. Помер. Ох, ты даже не видишь, да? Блин. Че, батя пришел, так. Так, подождите, похоже, смогу вывести так. Вилл. Да, все идет по моему плану. Таких думает, что Уилл как-то связан со смертью Майкла. Он прикован к полке. Я должен действовать быстро, пока полицейские не вернулись. Я чувствую, как растет и растет моя сила. Уже не важно, увидит ли настоящее лицо. Hello. No, sir. Привет. I didn't see anything. Нет, сэр, я ничего не видел. I was in the other room trying to fix the washer. When I came back, the car was running, and he was lying on the floor. Let me get this straight. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear, I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. Ну, будете объяснять это судье. Я посажу сюда помощника, чтобы вы не наделали никаких глупостей. Сейчас помощника заставлю тебя убить, наверное. А, ну вот приковали. Я думал, где-то что-то пропустилось, пролетело. Так, что у нас там называется? Властелин адского пламени, и я призываю тебя что-то нас сжечь. Так. А почему я не в своей комнате? Ага. Вот кого надо убить. Только как, блин? Так. А как? Ага, подожди, стой, разговор. Ты не хочешь со мной разговаривать? Прикован. И ни хрена ты сделать-то не можешь. Так. Подожди. Да стой ты. Почему игра окончена? Что-то я не понял. Ну-ка еще минутку. Быстрее надо делать, что ли, или что? Ты должен действовать быстро, да? Вот оно что. А откуда я знаю, что надо действовать быстро, нахуй? Так, давай. Я первый раз просто не успел прочитать. Блин. А почему? Блин, хрень какая-то. Так, понял. Сейчас будем. Сначала крест надо перевернуть. Давай. Да это я уже без тебя понял. Где ты? На. Вот так. Ой-ой-ой. Давай. Я успею оттуда свалить. Ой-ой-ой, батя. Почему ты меня в комнату не перенес? Почему ты меня не перенес в комнату, я тебя спрашиваю?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. What the hell happened? Убили Нега. Что значит, что сейчас не пролетает? Я вышел с комнаты на 5 секунд. Holy shit, is that Will? I just had coffee with him this morning. I can't take much more of this. We need to leave this godforsaken place. We are not going anywhere. Мы никуда не идем. And let them know we have another body here. Скажите, что у нас здесь еще один труп. Блин. Они запарились здесь, поди, ездить сюда. Здорово. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Блин. Вот такой нехороший конец у тебя чуть теперь. Так. Why are we still here? Почему we should leave now. I'm not staying a minute longer inside this house. Nancy, I need you to be calm. Спокойно. Я позвал священников, если они не помогут, то никто не сможет. No one can. You can't still seriously believe that a 7-year-old boy could be behind this. That's what I'm going to find out. In the meantime, stay away from Lucius. Listen, Charles, I'm going to wait for you in the garden with our son. If you don't show up, then we will leave without you. That thing is not our son, and I'm going to prove it to you. Я тебе это докажу. Ах ты, папаня. Ах ты, козлина. Все-таки ты догадался, тебе отец подсказал, американский сумасшедший. Давай, в саду. Сейчас я тебе в саду устрою, там гвоздомет есть. Так, это что такое, припарковал? Мне удалось проскользнуть так, чтобы я не... Так. Так, а теперь мой так называемый отец добирается ко мне и поссорился с матерью, и сейчас она просто сидит в саду, пока отец пытается найти улики против меня. Прости, мама, настало твое время. Ага. Давай. Так. В сарае во дворе есть много полезных вещей. Освещение не работает. Похоже, в сарае нет электричества. Нужно починить. Нужно починить, но у нас только в этом есть. Кто он называется-то? Так, подождите, а у меня есть? Вот он. Где ты? Так. Ага, не могу пока никуда здесь применить. Освещение. Освещение у нас в гараже было. Там пробки где-то. Где гараж? Алло, гараж. Ой, а мне показано даже куда идти, подождите. Что-то я не пойму. Мне обратно, что ли, идти? Мать, мне с тобой поговорить надо? Так, они все умерли, умерли. Да подожди. Блин, нет. Сейчас я приду, подожди. Ты уже умом тронулась. Где тут что есть? О! Так, нет. Что-то не то. Давай. Блин, вообще второй этаж. Это библиотеку. Так, это тоже должна быть вход в библиотеку. Так, а здесь что у нас? Где я, мать вашу? Ага, вот гараж. Вот включить надо. А как включить? Подожди. Я думаю, что где-то здесь что-то, где-то что-то есть. Только где? Предохранитель какой-то должен быть. А вот он, блин, я ни хрена только ходил времени. Подожди. А вот так. Ну я примерно так и догадывался, только я
Блин, ни хрена себе, это я 8 глав или сколько ходил? Или просто я взять не мог? Так, сарай, так, нужно починить. Мне удалось заменить предохранитель, теперь в сарае должно появиться электричество. Наверняка мне сейчас удастся запустить какую-то технику. Какая там одна техника стоит. Это пневматическая система там. Давай. Вот так вот. Блин, больше ходил, нахрен было бы сюда, сразу прошел бы. Так, мне надо мать, чтобы ты пристрелила батю. Или батю, чтобы пристрелил тебя. Как-то так это должно работать. Так, подожди. Так. На стол положить. Так, это воткнуть. Куда? А, подождите, что-то само началось. Чарльз нашел доказательства твоей причастности и скоро вернется с доказательствами. Так, подожди. Короче, блин. Так. Ну давай. Так ты не работаешь, да? Телекинезом не запускаешься. Ага. Я куда-то должен. Подожди, что-то я не понял. Так, какую-то технику. Ну, я запустил технику. Так, это нельзя использовать таким образом. А каким образом? Так, мне что-то комбинировать надо? Да, вроде. Да нет, вот. Это точно знаю, что пневмопистолет, только надо как-то его присоединить. Сейчас батя придет уже, быстрее надо что-то делать. Либо куда-то сюда положить, он сам потом. А, вот. Так, подождите. Наверное, Чарльз нашел тела, что делает его разум более уязвимым. Ага, вот опять разум. У меня будет только один шанс, пока он не сможет сопротивляться моим силам. Настало время проявить изобретательность. Так, где это? Ну давай. Не успел. Подождите. Так, ну теперь-то мы знаем. Так, откуда мы начинаем? Так. Сарай, может, есть много полезных вещей. Подождите, у меня. Ага. Подожди. Давай, мать, отвернись. А, надо включить, блин. Надо успеть включить. Теперь-то мы знаем, как эта штука делается. Давай сюда, вот сюда. Берем предохранитель. Вставляем. Все, предмет использован.
Пошли быстрее. Батя. Батя уже нашел. Давай, надо вперед него. Блин, там люди. Люди, люди. На блюде. Давай. Блин, мы на втором этаже. Выходим быстрее, быстрее, быстрее. Блин, блинский. Давай, 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 давай. Значит, надо со спины подобраться к нему как-нибудь. Так, подожди. Нет. Так, я его заправил. А, его заправлять надо вот так вот. А теперь надо батю смотреть, где он. Вон он. Игра окончена. Просто посмотри на все это. Блин, а как мне тебя? Мне спрятаться или чего? Блин, даже не знаю, как мне в сарае спрятаться. Вроде все нормально было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Так, так, так. Блин, блинский. А как наша мать же наша прибил? Так. Выходим, выходим. Надо, чтобы он до матери не дошел. Я так понимаю. Так. Заправили. Так, батя нашел. А, вот, я только положил, смотрите. Just look at all this stuff. Не успел. Ну, именно так, наверное, и надо. У тебя нет друзей, все должны умереть. Блин. Вот здесь-то да. Здесь именно на скорость. Давай, беги, беги. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем. И смотрите, как мы в легкую. Опа, опаньки, да, потушеньки. Давай, бери. Вставляй. Бежим. Нам надо заправить пистолет. Мы пойди пока пистолет не положим, не сможем, да, или что? Или все-таки он все равно придет, батя? Отец. Так, бери. Заправили. Батька нахуй нашел. Сейчас пока пистолет положим, посмотрим, он сразу должен прийти. Вот он. Ага, вот.
Надо только быстро это сделать. Ну что ж, батя, какой же ты все-таки идиот. Ой, любила только мать, и то на глазах даже у всех. На! Здорово! Никаких сомнений, значит, и подозрений на себя я не вызвал. Прекрасный ход. Давайте, давайте. What have I done? No. No, this can't be. I swear, it wasn't me. Клянусь, это был не я, это был мальчик. He's the Antichrist. Антихрист, мы все видели. Все закончилось. Вы арестованы. Убери от меня свои руки. Оставайтесь с ребенком, я иду за ним. Я вызвал подкрепление. Ему каким-то образом удавалось избегать разоблачения, пока мы наконец-то не поймали его на месте преступления. Все признаки ухудшения его душевного состояния были налицо. Уже давно я помню, как он спускал курок на гвозди забивном пистолете. Мне показалось, что время замедлилось, когда гвоздь прошел через ее череп, и вырванные куски мозга упали на газон. Ее тело упало на землю, как безжизненная кукла, и все вопросы, тайны и подозрения сразу же прояснились. Чарльз Энгер убил ее прямо на наших глазах, а когда мы попытались его задержать, ему удалось сбежать. Я дал распоряжение помощнику позаботиться о ребенке, который стал свидетелем этого страшного происшествия, а сам отправился в погоню за преступником. Я почти не стикер, но потерял управление, и моя машина угодила в канаву. Я попытался предупредить помощника. Существовала вероятность, что Энгер попытается вернуться в особняк, но он не отвечал. Когда я наконец туда добрался, худшее уже случилось. Ух ты. Так, все подразделение, займите периметр. Убежал подозреваемый Чарльз Вангер, белый, чуть за 40 лет. Будьте осторожны. Подозреваемый может быть вооружен и опасен. Так. Да, тот самый Вангер. Еще здравствуйте сюда детского психолога. У нас здесь ребенок, которому пришлось повидать. Так, блин, все в крестах. Так, сынок, больше нечего бояться. Просто пытайтесь успокоиться, если сможешь. What the hell? Так. Так, подожди, я почему не могу двигаться-то? Так. Ой. Ой. Я вентилятором был, что ли? What the? Ну первый раз нагнулся, второй-то раз чё? Ума не хватило. Здорово. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ха-ха. Новая запись в дневнике. Батька. Силы давай. Сейчас мы всех завалим. Хотя всех завалим. Кто там еще остался? Все убежали, полицейский последний оставался. Ну давай, кого не присылай, сейчас завалим. Опыт есть. Вот такой вот я, да. Ой. Ну. Могу, не могу. Ты можешь комбинировать предметы в инвентаре. Конечно, могу. Ну. Конец уже здесь. Давай. А что, все что ли? Последняя миссия будет? Ну давай.
Я батьку сейчас пришпилю. Давай. Сейчас батя придет, я его тра-та-та-та-та сожгу. Подожди, я так сжигаю что-то. Я так что сжигаю. Подождите, а где батька? Который там как в эпичных фильмах хочет остановить меня. Так, это... Слуги, священник пришел. Да поздно уже ты пришел. Ой. Извини, дьявольский дух, я приказываю тебе. Подожди, а ты что, не сгорел, что ли? Я думал, ты сгорел. Ты даже не загорелся пока. Ага, гасит мои силы. Так, а что мне сделать-то надо? А где это? Ты за мной охотишься, что ли? Еще разок. На. Все. Сначала нужно... Чего? Блин, я так не успел прочитать, что сначала надо сделать. Ну. Это конец игры или что? Ну, всех хвалю. Ага, батька. Я же говорю, захотел поди меня остановить. Прибежал. Ой, дурачок. Ну куда ты против меня? Ой, балбесина. Что? Беги, беги. Ага. Дом горит, он решил справиться. Так. Так. Return to the fires of hell. Блин. The power of Christ tells you, I fear you not. Return to the fires of hell. The power of Christ. Почему я не могу в тебя его кинуть? Давай. Хрен тебе. Чем-то да забил колонной какой-то. Все, за мной приехали, да? А там как раз батька. Вообще прекрасно. Все подозрения от тебя отвел. Ну смотрите, все, на этом все. Да, игра, конечно, хорошая, замечательная. Только предметы, блин, где находится, чего искать надо это вам. У меня столько предметов, еще столько было, несколько ключей. Я не знаю, камень дополнительный какой-то, что там у меня было. Даже не знаю, что. Не знаю даже, зачем они нужны и как пользоваться. Но тем не менее, видите, сразу собрал, походил, подособирал. Советую, да, поиграть в нее. Ну, а на этом пока все. Игра закончена. Увидимся в следующей игре. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и все, наверное. Пока!